А теперь подробнее об этих и других новостях. Службы и ведомства Люберецкого округа продолжают работать в режиме повышенной готовности. Текущие вопросы обсудили на очередном заседании оперативного штаба. Его провели в формате видеоконференции. За прошедшую неделю в межмуниципальное управление Люберецкой поступило 1850 обращений граждан. По данному обращению возбуждено 26 уголовных дел. Совершено 28 ДТП с одним пострадавшим. Личный состав работает в усиленном несении службы, никаких чрезвычайных происшествий не произошло. Так прошла неделя у люберецких стражей порядка. Также в своем докладе Евгений Романцев отметил, что Пасха прошла без происшествий. У всех закрытых храмов дежурили наряды полицейских. 44 выезда по сигналу тревоги, ликвидация 4 возгораний предстояла пожарным. 3 из них произошли на территории Люберец. Не обошлось без жертв. Октябрьский проспект, дом 306, квартира 40. 15 апреля квартира на 5 этаже 5-этажного жилого дома. Спасен был в квартире гражданин 1960 года рождения. Получил многочисленные термические ожоги 60-70%. К сожалению, бригадой скорой помощи был доставлен в больницу в Томскую. К сожалению, там скончался. Согласно утвержденному регламенту, в МКД округа проводится дезинфекция подъездов. За последнюю неделю наблюдалось значительное снижение жалоб жителей. Уборка и санитарная обработка мест общего пользования находятся под контролем региональной госжилинспекции и управления ЖКХ. Также управлением ЖКХ организована работа по вывозу твердокоммунальных отходов у лиц, находящихся на самоизоляции. Управление ЖКХ получает списки самоизолированных от Роспотребнадзора и пересылает их в ЕДС ЖКХ. ЕДС ЖКХ по методам обзвона лиц, находящихся на самоизоляции, доносит до них эту информацию и получает заявки по вывозу мусоров. Инфекция внесла существенные коррективы и в работу образовательных учреждений. Об этом доложила Виктория Бунтина. Срочное завершение учебного года не планируется. Хочу также отметить, что в соответствии с приказом Министерства просвещения Российской Федерации все всероссийские проверочные работы, которые были рассчитаны для 4, 5, 6, 7, 8, 10 классов, отменены в этот период времени и перенесены на осень 2020 года. Также произошли изменения в государственной итоговой аттестации. Теперь выпускники 9 классов вместо 4 экзаменов будут сдавать 2. Городские службы продолжают дезинфекцию остановок и общественного транспорта, проводят влажную уборку дорог и тротуаров, восстанавливают порванные ограничительные ленты. Луиза Игязарян, Анна Троян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.